Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про русскую хортую борзую. Русская хорта борзая – редкая порода собак. Ее представители отличаются великолепными физическими данными, которые делают этих животных незаменимыми помощниками при охоте. Кроме этого, русские хорты борзые отличаются послушанием и уравновешенным характером. Они хорошие питомцы для своих хозяев. Русская хорта борзая. Она является одной из отечественных пород. Собаки обычно это рабочие. Что еще хочу сказать? Она у нас очень элегантная, красивая, нежное создание. Живет на диване, можно сказать. И спит с нами. Очень нежное создание. Очень нежное, очень ранимое. Если вдруг где-то что-то, вот сажаешь ее в переноску, вот в эту палатку. Ей это не нравится, ей хочется быть везде рядом, ей хочется везде присутствовать. Начинаются обиды. Может надуться, просто посмотреть на тебя как человек и сказать: я тебе так доверяла, а ты меня спрятала вот туда. Ну и все, и со мной не разговаривает ходишь. Так что вот такие у нас дела. Русская хортая борзая имеет крепкое вытянутое тело. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 70 до 75 сантиметров, а вес редко превышает 35 килограммов. Русские хорты борзые отлично поддаются дрессировке. Если их воспитанием заниматься с самого детства, во взрослом возрасте они смогут хорошо уживаться с другими домашними животными и ладить с детьми. С детьми и с собаками очень даже хорошо. У него нету такого агрессии никому. Могут люди подойти, погладить, пожалуйста, приласкать. Мелкие, вот она живет, она еще живет в квартире с двумя левретками. Тоже у них любовь, морковь, так что все отлично. И тут мы поехали все-таки в одной машине, в свободном полете, с таксами, вот пинчер, сверхпинчер. Все изумительно. В одной квартире живем, спим на одной кровати. При уходе за русской хортой борзой особое внимание необходимо уделять физическим нагрузкам животного. Представителям породы необходимы длительные, активные ежедневные прогулки. Расчесывать шерсть русской хортой борзой можно 1-2 раза в 2 недели. Также необходимо периодически осматривать глаза и уши питомца на предмет загрязнений. Моем, ну, очень редко, раз в месяц может быть. Ну, если, естественно, по размеру загрязнения. Кормим кормом. Мясо, ну еще мясо она ест сырое, что у нас еще получается. На длинном поводке не спускаем, это однозначно, потому что это в первую очередь рабочий охотник, не знаю, что там у нее в голове, поймает какой-то след, убежит, вернется, не вернется, это не знаю, ничего не скажу. Средняя продолжительность жизни русской хорты борзой составляет от 10 до 12 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!